Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект диодных ламп от компании Solar. Артикул данного комплекта LS263. Это диодные лампы с цоколем W2E1, то есть, вернее, W5W, если быть точным, или T10 он еще называется. На каждой лампе используется по 4 диода. Давайте сейчас мы откроем их и более подробно рассмотрим. Вот такие вот две лампы. Верхняя часть у нас идет металлическая, для того, чтобы тепло, которое выдает диоды, хорошо рассеивались. Тепло хорошо рассеивалось и диоды не перегревались. На торце у нас идет по большому диоду, вот таком вот. Температура свечения должна быть, как заявлено производителем, белого цвета. То есть вот так вот. Обычно такие цоколя используются в габаритах передних автомобиля. Сейчас как подключать, мы покажем. Еще есть нюанс по подключению. Если вы подключаете и у вас лампа не работает, вставляете в цоколь, вот как в данном случае подключаем, она не работает, достаточно просто поменять полярность. И у нас лампа включается. Светит довольно-таки ярко. Действительно белым светом, чисто белым. Вот такие вот все диоды у нас горят полностью, высвечивают. В отражателях, которые стоят в фаре, это будет намного еще ярче светить. То есть довольно-таки хорошая по яркости лампа. Более подробные характеристики и стоимость данного комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.